Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и время создать очередного легендарного, не динозавра, летающего ящера, птерозавра. В общем-то, это у нас гибрид легендарный Дарвигаптерикс. Ну, как вы поняли, Дарвиноптер плюс какой-то Терикс. Сейчас я уже сам забыл, кто это у нас там будет. Ну вот такая вот тварь, ну похож на обычного какого-то там гацегаптерикс, да, походу. У, смотрите, у меня клеток, в общем-то, полно. На, ну-ка, давай сюда класснем, кто ты у нас тут. Да, гацегаптерикс, ребятки. И из него делается дарвиногаптерикс. Дарвигаптерикс. Ну вот, собственно говоря, скафагнат, дарвиноптер, да, то же самое. Выглядит похоже. Ну и гибрид вполне себе ожидаемый. Вот такой вот себе... Ну, прикольная раскраска. Ух ты. Классно парит, блин. Увидеть бы их в живых, вживую, да, было бы вообще зачетно. И у нас есть подмена с кровотечением. Точнее, когда мы на него подменяемся, у нас кровотечение. И есть у нас подмена с кровотечением. Но она 0,2. Она слабая, не 0,3. А вот подменяемся мы на 0,25. То есть четверть здоровья теряет наш противник. Это круто. Снятие отвлечения плюс нанесение урона. И замедление, да, это хорошо. В обход брони есть и мгновенная непобедимость есть. Мощные зубы этого гибрида птерозавра делают его выдающимся рыболовом, помогает обороняться от нападающих. То есть зубы он взял от более примитивного дарвиноптера, да. То есть у нас получился гибрид, да. Нет хвоста, как у гацегаптерикса. Да, у дарвиноптера хвост есть и зубы есть, но зубы ему достались. То есть как бы вот такой вот у нас интересный гибрид, сочетание древних и новых технологий, так сказать. Да, 2500, давайте сейчас я сразу его, наверное, качну еще на один уровень, потому что у нас там предстоит еще довольно... Сейчас мы сделаем 3 боя в редкой башне. Там будет уровень там 7, 8, 10, 12. И потом будет эпическая башня. И там будет у нас... или наоборот, короче, сейчас посмотрим. Там где-то у нас будет 16, 17, 18 уровень противника. И то есть нам бы не мешало его быть, иметь помощнее, по крайней мере. Чуть-чуть хотя бы. Правда, сколько сейчас это будет стоить? А, ну нам в любом случае его нужно качать, ребята, потому что из него делается уникальный гибрид. 15 тысяч, это не так уж много. Это всего лишь там 2-3 дня. Пособирать монетки. Кстати, я 19, ребятки, уже 19 уровень. Да, вот я уже могу 29 ловить генов за один выстрел с обычного динозавра. И вот стегидарикс, да, стегидарикс, такой вот наш уникальный гибрид. Ну да, удары пока мы не видим. Так, здесь нужен Дракорекс или кто это у нас? Джен 2 какой-то, да? Ну, наш гибрид до 20 левела. Это мы, в принципе, сделаем. И вот Стиги. Вот Стиги. Давайте тоже, как видите, я, в принципе, могу его качнуть. На 19 уровень, черт подери, бля. А потом же нужно будет... Ой-ой-ой, нужно же будет по 2000 генов его. Это вот самые такие противные гибриды, блин, а... У меня их мало водится, вот, ну там, где обычно я гуляю, вот Стиги, Драго, их маловато у меня. Блин, ну то их надо, нужно будет по 500, тут зуб даю. Вот этих по 50, а вот этих по 2000, то есть если это уникальный гибрид, то будет по 2000, то есть мы это уже проходили. Это, кажется, Стигидарикс это, короче, создал и забыл, потому что прокачивать его просто нереально. Так. Ну, с этим разобрались. Давайте теперь будем смотреть, куда мы пойдем сражаться. Так, вот у нас есть башня здесь. Здесь 3 боя. Так, где-то вот здесь вот. Куда я достаю. Ну, вот здесь простые бои, да. Начнем с них, сделаем 3 простых боя и потом пойдем в тяжелый бой. Тяжелый бой там уровень 15, 16, 17, если я не ошибаюсь. А того динозаврика мы создадим в следующий раз. Так, и изменим мы кого на кого. Кого? А, здесь у нас слабенькие будут, да? Так что давайте-ка мы возьмем летунчика, возьмем. Вот наш гибридик.
возьмем. А нам вообще нужно еще кого попроще взять. У нас же там сейчас противники-то... Да, на самом деле, без разницы, кого мы сейчас возьмем. У нас пока что разминка. Погнали. В принципе, да, я думаю, один он и совсем тут и справится. В первых, по крайней мере, парочке боев. Так, против нас там шустрики, да? Довольно шустрые существа. Но сейчас будем разбираться. Как говорится, решать проблемы по мере их поступления. Так, ну на него, конечно же, лучше подменяться. Давайте броника возьмем. Так, у этого гаденыша амфиб... иммунитет... А, нифига нет иммунитета. Но делаем вот так. Меняемся сразу на нашего. Так, он мелкий должен быть, да? Или... Не, он крупный должен быть. О-хо-хо-хо! Какой гигант! Ну, потерял он не так уж много, конечно, здоровечка. Хана тебе, слизнявый, блин. Ну, кровотечение его должно добить. Так, мы пока себя ускорили вроде как, да? Или противника мы замедляли. О, блин, иммунитет. Вот ты гад-то такой. Мгновенная непобедимость. Блин, зубатый такой гигант с зубами, да? Непривычно выделить клюв такого птерозавра с зубами. Блин, вообще-то не то я сделал. Ну зато эффектно. Было эффектно. Кстати, а... Кстати. Так, я хочу сделать двойную подмену. Подставу, так сказать. Ах ты, гад, не могу сейчас подмениться. Тыщеночка удара. Блин, ну у этого гада иммунитет. Ему кровотечение как бы бесполезно. А, ну да, и замедлить я его же не смогу. Ну все, фортуна тебе не может долго вести. Улыбаться. На тебе. За один удар. Бой номер два, ребятки. Берем все тех же. И погнали. Кстати, а что у нас по скорости? 123, 114, 127. Это хорошо. Но не против Дилоса, да? Так, что ты хочешь сделать нам? Ну, черт, у него нейтрализация есть. Ну ладно, пофигу. Пусть нейтрализацию использует. А вот откуда он знал? Удар же нужно выбрать заранее было. Блин, он такой маленький делался. Он как червячок, просто на один зуб. Глотнуть и еще таких три сверху надо добавить, чтобы почувствовать.
Ну, хотя зря я это сделал, ну ладно. А, у меня подмена-то неактивна. Мгновенная непобедимость, нужно пережить его. Блин, да, 17 уровень, но что-то как-то... Блин, еще и нейтрализация. Какой-то несчастный 8-уровневый монолофозавр тут, а его бедолагу мучает. А у кого из летунов есть иммунитет? Блин, и опять нейтрализация. Так, ну я пока подмениться не могу, но по крайней мере, может, замедлю его. Нас кританула. Так, ну этого добивать надо. Червячок тоже на закуску аланкилозавру. Ну вот он всегда, вот у него всегда нейтрализация готова, как будто бы он знает, что надо делать наперед. Так, ну мы быстрее, ха-ха, 124 у него всего лишь было. Прощай, плащеносная ящерица. Блин, так и выжил, гаденыш. Но контратака, ха-ха-ха. Да, кстати, я вот как-то не задумывался о том, что вот эти удары с подмены, это же очень логично, что у птерозавра они же могут лететь, он может быстро там перелететь с одного места на другое, а-ля подмениться. Это, в общем-то, обосновано. Бой номер 3. Так, ну, откроемся птеранодоном. Он самый шустрый. Так, ну он будет нас нерфить. Слабовато. Но это был обычный отвлекающий удар. Иммунитета нет, значит, до свидания. Так, я тут могу его добить окончательно? Могу. Ну, неплохо смотрится он, когда летает, там, в воздухе парит. Но закричит, как клевушка какая-то. Блин, иммунитет, ну что ты будешь делать? Так, ну и на кого ты подменился? На процерата.
А, да, а мы как бы его не смогли замедлить. Выживет, небось. Нет, не выжил. И опять эта тварь иммунитетная. Ну что такое, не везет нашему сегодняшнему герою. Так, это у нас что? 50. Ну все, прощай. Щит, броня. Нам по барабану. Так, а вот, ребята, и редкая, короче, башня. Наши противника хитрые существа. Противостоять им могут бронированные существа и с уменьшающими скорость способностью. Ну, птерозавры под это дело, конечно, подходят. Но не очень. Так, кого возьмем? Ну, давайте вот так пойдем. Что-то они как-то довольно... Так, птерозавры, в общем-то, сливались по сравнению вот с быстрыми там дилосами и прочим таким вот. Ну, начнем с быстрого. Черт, не того взял. Ну, попробуем забрать у него скорость. Ага, фигушки. Он нас замедлил быстрее, чем мы его. И это нам не поможет. Пора валить. Практически пробил нас, гаденыш-то. А чё это он быстрее нас? Чё за ересь? Ну вот это, блин, глючат вот эти вот шильдики, блин. Маналафазаурус. Давайте принесем в жертву Дарвина Дарви Гаптерикса. Мы вообще видели, как он погибал, но теперь точно увидели. Так, ну единственный, кто у нас быстрее, да? Ну, он его и добьет. Иммунитета... У иммунитета у него нет. Ладно, валим. Усилили контратака, его сейчас неплохо так... уроним. Ну, ты будешь контратаковать или как? Ах, так и пробил, гаденыш. Прощай. Так, это, кстати, да, это у нас, получается, второй легендарный птерозавр появился. А ланкилозавр тоже у нас легендарный.
Так, давайте поглядим тогда на характеристики. Вот, допустим, аланкилозавра глянем. Че у него тут? Ну, он, конечно, совсем другой. У него броня, 3000 на 700, скорость 114. Вот такие вот удары. А у нашего парнишки... Ну, потому что он слабее на 2 уровня. 2500, ну то есть так, практически такие же показатели. Удар, наверное, будет удар будет посильнее. Жизни чуток будет меньше, там 2800 будет, да, 2800 на там 780, 750, да, будет. Скорость выше, 123. Брони нет, шанс крита. Ну, вот такие вот удары. В целом, в принципе, неплохой птерозавр. Так что свое мнение, ребятки, напишите в комментариях. А я с вами прощаюсь и до скорых встреч.